Assalomu alaykum, aziz obunachilar. Bugun mani oldimda shunday mehmon borki, Marasiyski top ekspertlarda o'qigan opa, O'zbekistondagi top ekspertlar bilan birga ishlagan. Ammo lekin azgincha chutumta mudam должен докрутить. Buni nima qilishimiz kerak? Yana ham hozirgi holatini yaxshilashimiz kerak. Men bilaman, mani hozir kamera ortidan ham juda ko'p kurslarda o'qigan, lekin o'zi xohlagan natijaga hali chiqmagan insonlar juda ham ko'p. Hozir aynan juda ko'p kurslarda o'qigan, o'zi juda ham aqlli, har bitta temani zo'r tushunadigan bilimga ega insonni razbirat qilish to'g'risi men uchun challenge. Ну давай, попробуем, да? Попробуем. Узи станешь три, узбитыли, да? Да. С вами Камила. Тори Лямбера, продюсер Лебля, Шоуленама. Хозерки Кунде, узама продакшн бар. Уже раньше, если продюсирование больше инфопродюсер босам, инфокурс ляны обрадыген, создавать қаладыген босам, хозырге күнде ман видеоролик продакшн продюсерова. Шында біза коммерческий ролик ла оламызы, экспертный ролик ла оламызы, то есть хархыл йоналышларымызы бар. Вот. Да. И бу йоналышым уже как систематизированный автоматизацияге қойылген. Вот. И айнан хозырге күнде енге, озым үчін енге боген, мінсам кем, Юналиши топтым, қызықарлый, бұл коучинг. Коучинг? Коучинг, да. Хозыр Московский академия коучингда оқыма. Пять призм Юра Мурадянды. Вот. И ACC коуч, то есть международного уровня, у нас будет сертификация. Вот. Я бы хотела все-таки, наверное, в эту сторону посмотреть, потому что все-таки компания Хамас уже система Койльян. Да? То есть хочется уже какой-то другой уровень. Зовут. Энда хозер продюсирование курс. Да, продюсирование курсляна. Масса нечилен бертанима, Камила, мана бита савали. На маге продюсирование дэм харбит экспертна, пакат бармарта запуск гэнсэс. Йо, харбита сабрэн маз. Масалчун, кито уште кейсле боген, с кем бармарта дэм боген. Масалчун, Мафтуна Арабаевна бэн, бэз... Бармарта. Бір ел давамыды, бір ярым ел давамыды ішлегеміз, хар хіл продукты запускать кегеміза. Шадиша білен фақат бір марты, бірінші немесіне? Шадиша білен ікіте запуск кегеміза, кеген тақылгеміза. Продюсирование. Продюсирование, да. Вот. Продюсирование, да, хазыр Узбекистанда коучинг халы түшінмейді, кухамы продюсированияны түшінады, инфопродукты түшінады. Немеге продюсированиядан кеткенсіз, немеге өтке қайтмақчымасыз? Чүнкі, білесіз мы, есть такой понятие, как вот выгораешь, да? То есть, да, кабюрген арсезе, уже доим кабюрген, уже от этого чунгенсез, да, бу рынок, что творится вообще на рынке, уже как будто неинтересно. То есть, сохадан, саль, соуш, башледам. Продюсирование бу бита эксперты, психолог боладам, маркетолог, ну, кем ки курс отмахчу, боса, он еще инсан ге курс тықылышке, курс тусатышке, рабочиланышке, личный брендына. Курсы нарважлантырышке, у инсан нарважлантырышке, ярдан бередген инсан. Har bitta ekspertni men oldin prodyuserim bo'ladi, hozir o'zimga o'zim prodyuserman bo'ladi. Menda har doim o'zi sizni kuzatgan vaqtimda shu savol kelgan, nimaga bitta ekspert bilan uzoq muddat ishlamaydi Kamila degan savolim bo'ladi-da. Chunki bitta daraxt bitta joyda ko'karadi-da, bitta yo'nalishda ham boshda pul kelmaydi, keyin yaxshiroq keladi. Mana ham masalan ikkita zapuskimda boshdagisida yaxshi kelmagan bo'lsa, keyingilarda yaxshiroq daromad kelgan. A men sizni nima deb ko'raman? Bitta ekspertni prodyuserovanie nima, kurs nima, program nimani hammasini od ido tushuntirib berasiz. Ozgina daromad olasiz, keyin u inson ko'zi ochiladi, keyin o'zi qilib yaxshi daromad oladi sizsiz. Да, наоборот, мне, например, знаешь, как это объяснить? Сочин, да, вот хоза битый сом блян шлеген сэс два сэску, хама нарсеге почти узуморге тардым, да? То есть, как это все делать, всю систематизацию я показывала. А дальше человек идет, сам растет. Это же классно? Ну, классно, но сэзге бутым блямизы уляшыш, хичкин брынчы курсыны сотканы, кэдэ дарамат кэмид. Брынчы запуск зор бомейн хичкимны. У брынчы запуск из программист
сатмейді. Ошы екенші запустан көптарап көп болады. Көпрау мұддатты ішілгенде. Сіз қардан көп вақытты көрама бітті экспертті сан, экспертті сан деп ішанш бересіз, запустын мәлігін түшіндір бересіз, прогрев мәлігін түшіндір бересіз. Ой, сон түшінады, бірінші запускыны азыра, выручкіне қырылнады, но екенші запускыны сіз жоқсыз. Шүнгі түшімі, бұ экспертті рөжләндіріп, бұя қалып чық қойып, енді қосылды емен дейдіген вақытты сіз жоқсыз ойады. Бұлайсың, ені бітті ұнықы нәрсе бар ке, бітті как шахсият сфаты да, то есть к личности, когда ты узнаешь больше личность, да, то есть ты понимаешь, стоит тебе идти с ним вместе дальше расти или же не стоит. Здесь уже бу ички кадриятлерден кепчикен, наверное. Я больше да распаковка личности, у инсана кадриятлерден был вам миссис ма. Более да. Распаковка личности, да, у инсана кадриятлерден. Да. Хочешь органасиску? Да, есть такое, но чем больше ты работаешь с человеком, канче копрок, ну мы самое кем, бахт от казгиан из дансера, ко адам копрок башка крылера очиляде, дарома? Тупо. Что нарсес бар? Лекин иш но... иш инсан инсанили 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 иш иш масма. Вот выручка твоя, а так. Тут его характер ненормальный, а тут твоя выручка стоит. А нет, это превыше всего, то есть деньги для меня не главное. Фуль, брончорен да и мас. Нет, нет. Окей. Хозерки. Да. Hozirgi daromadingiz necha pul oyiga? Qayerdan keladi? Studiya production-imizdan. Qancha oyiga? Общий оборот 20 около 20 тысяч у нас сейчас. Доллар. А соф фойда? Соф фойдаге кесей, то есть я еще честно не считала. Oyiga qo'lingizga necha pul tegadi? 4-5 ming. 4-5 ming. Да. 4-5 ming. Okay. Hozir 4-5 mingda biz XX qilishimiz kerak. Yoki-da siz hozir ko'nikmalaringizni ko'rib chiqishimiz kerak. Той сильный стороны. Но сіз бүгінгі күндегі запросыз, коуч болып, танымақшысыз. Ошаны елінің көріп шықшымызы керек, доғыр ма? Да, да, да. Шу таманды көріп шықмақшыма. Хоп. Емені коучин бойынша. Нема үшін айнан коучин? Азы оқысыз коучинге профессионалі яндаштыз. Доғыр ма? Хоп. Ені нема үшін коучин? Инсонлар білен. Вот, например, один на один қарға дейді. Бір-ма-бір ішлешті. Емені на глубинном уровне шу нәрсе йоқады. Это коучинг, блин, психология на фарка бор, ма? Бор, абсолютно есть. Например, но фарка бор. Фарка, то есть не очень персонально, ма? Май, май. Да. Например, в коучинг человек приходит за масштабом, за масштабиром. То есть он уже реализован, у него уже есть определенный уровень мышления, но он хочет расти, он хочет на другой уровень, и он не знает как. Условно, это, знаешь, помочь человеку в целеполагании и как достичь этой цели. В психологии мы все-таки работаем с прошлым, с травмами, там, с какими-то такими больше негативными установочками, да. А в коучинг именно вот для тех, кто... Вот я себя вижу, да, например, я вот потенциальный клиент в коучинге, то есть я, условно, достигла какого-то уровня, но я хочу больше, хочу лучше, да, но пока не знаю как, условно, да. Вот для этого есть коучинг, который мне путем правильно задаваемых вопросов направляет меня. Вот. Okay. То же самое я буду делать я, уже в качестве специалиста. Коучингді инсан мақсаты керішке ердан береді бірасыз, тезірақ мақсат тоғыры қойыш, өзіні күші тәрәфләнінге асосыланген қолды, тоғыры саваллар арқалы мақсатке етішке ердан береді. Сізді бар мүшінің кейс, сіз ұжы қыпыген? Нәтижеге алып шық бөген? Мәл енді оқуам ма, қазірге мысал үшін отқызу атқан сессияларым айам, қатта кебе пүл қуам ма, чүнке халі сертификатым жоқ. Оқыш давамыды, даже практикамыз болады. Шу практиканы отмастан, бізі next level-ге отмеймізі. Вот, то есть курсыма бойныды, практика қылама, курстан ташқары, өзімі там танышларым, ішчілерім, үлегем сессия отқызуама. Вот. Зор бірінші муаммады ма инстаграм езі көрдім. Инстаграм рус тіліді. Да. Сіз фақат русый забонларге сатмақшымысыз коучингізі? Чүнке мәнге өзбетілді сәл қиналы мән кәпілешке, но чүнәмә. Овайыз чүнәді қалас құрыс сілін? Енді русқығаварящілі бар көм. Русқығаварящі аудитория, сіз ұқу әткен курсыларын сатып алып, российский коучлардың ауалышы мүмкін көм? Тұры, но, мысал үшін, өзбетчаны чүнәдіген, но, кәпірамейдіген, өзімге оқшыдіген аудиториям бар. Улар аудиторияз көп, ишаншылы инсанге барады. Аудиторияз қачан көп аяды? Қачан көп аяды? Қачан ке ішләші башлесам, шу йоналішті. Өзбетілі кәпірсіз. Страницаны бірінші, ең страницасы кірселер, Камила
Abdurahman edi oldim hozir. Bahadirov. Bahadirovni kirsanglar, men unaqa sifatli video ko'rmaganman. Men unaqa aqlli gaplar eshitmaganman O'zbekistonda infobiznesda. Lekin hammasi rus tilida. Rus tilida. Ruscha rus tilidagi bo'lgan informatsiya o'tdi ko'p. Instagramda, Facebookda. Va bizda hozir O'zbekistonda rinokini ko'rsanglar, kurslar samorealizatsiyaga rus zabonlar uje rossiyskiy ekspertlarni o'qib bo'lgan o'zbeklarga kerak. O'zbek auditoriyaga birorta sifatli yordam beradigan kontent, video yasang, topga chiqib ketadi. Shu bitta muammo bor-da, gapirishimda muammo. Malam rus sinfda o'qiganman, malam ingliz maktabida o'qiganman, malam Amerikada yashab kelganman. Meni ham o'zbek tilim ravon muvaffaqiyat ikkita F bilan yozilishini bilmaganman oldin. Rusiy zabon degan so'zni ishlatmaganman. Ya'ni har bitta narsa tajriba bilan keladi. Hozir siz voronka prodaj, ты без меня знаешь. Bichalish. Mana voronka prodajimiz bor. Odamlar qiziqishadi, o'rganishadi, siz taklif berasiz, keyin sotib olishadi. Voronka prodajimiz qancha bu yerda ko'p bo'lsa, shuncha ko'p prodaj bo'ladi. Yoki qancha ko'p odam sizni bilsa, shuncha ko'p odam sotib oladi. Qancha ko'p odam tanisa, shuncha qimmat sota olasiz coachingingiz. Coaching bu men hozir har birtasi bilan gaplashib o'tirman-ku. Bu yerda siz anaqa qilasiz, otilmaydi. Har hafta shunaqa gaplashib o'tirasiz inson bilan. Отчёт берады, сез у инсан нянька своего бокалась почти. Это очень энергозатратно. Я вижу, бу 5000 минимум доллар трошки коучинг. Да-да. Коучинг, да, да. Коучинг, кем да 5000 доллар турсы, сізді хар куны мотивация бұрады бұлай ішлешке. Бу инстаграмдегі абоначыларыз, сіз вебинарларыз, хар куны сторисларыз көрадегенлер, сіз офферіз ва сізден сатып оген. Bu yerda o'rtasi qolib ketadi sotib olmaganlar. Mana bugungi razborlarimga kelmoqchi bo'lganlar soni 500 ta edi. Ko'ryapsiz qancha. Ya'ni shuncha ko'p tushgan voronkaga no atsevitsa qiladi. No sizda hozirgi birinchi o'rinda mana hozir bundan avvalgi bunisa pam keldi. Birinchi marketolog unga coaching kerak. Uy olmoqchi Istanbuldan keladigan pullari bor. 10000 dollar topdi shu 4 oydan beri. No unga coaching kerak. Но коучинг сіз хақыңызды мунисапам білмейді, чүнкі мунисапам тілді кәпірмейсіз сізді. Сізді продакшыңыз бар, кейсілер бар, сізді тілі оқ. Маркетингі бірінші нәрсесі, бізді өзімізге ұқшыған инсаларына сатуарамыз. Ма қазір нымы қиген болардым, өзімі бұрқшыды қиген қазірге чам, сізді тіліз нымыға қалатты кәпірасыз, сізді мәге бошқа Yigirmata hate kelishi mumkin. Ammo lekin bitta reelsimda men 60 ta sotuv qilaman. То что ценнее, да? Кому продаешь? Основа маркетинга. Коучинг rivojlanadimi? Да. 100% rivojlanadi. Hamma hozirgi insonlar maqsad qo'yishni o'rganib olgan, kurslarda o'qigan, biznesni ochib olgan, и в голове каша. Большой сумбур, katta kashasi bor. В том числе и у меня каша бор. Kallada million xil o'ylar bor. Вот коучинг помогает именно сфокусироваться человеку. Да. Коучинг hammaga hozirgi zamonaviy insonga коучинг kerakligiga men 100% ishonaman. Lekin hech qaysi odamni tushiga kirmaydi, что Камила Бахадировна degan qiz bor. Chunki Камила Бахадировна faqat rusiy zabon современный insonlarga qiladi, ularni уже коучинги bor yoki коучинг ularga вообще kerak emas. Какая же ты молодец, моя подруга Камила deb лайк qo'yib o'tiradi. А sizga ularga hech narsa sota olmaysiz. Потенциал клиента мас. Потенциал клиента. Сіз ма маркетинг дәрс өтіште бошлагенімді өзбек халқы, өзбек айлар маркетинг деген сөз көплері білмеген. Сіз шынақы қылып өзбек тілді страница ұлшыз керек ке, өке қазіргі страницез өзбек тілге ұлғырышыз керек ке, маркетинг хар бітті айлге керек бүгенде, коучинг хар бітті айлге керек болыш керек. Но ұжудайам қымат болыш керек, сіз бір-ма-бір ішлегені қымат қып қойшыз керек, 3 айыға 5000 доллар ма, 2 айыға 5000 доллар ма, шынды сіз ұлабын ішлеген мотивация ба энергия болады. Коуч и психологлар, коучлар мандаки хазыр разбор қылып отырген, бұ жүдейем энергозатратны, энерго жүдейем көп кетеді. Энергия жүйді-жүді көп кетеді. Айланмаса, кейін. Энергия, агар қатты пүлге сатмасыз, қымматке сізге мотивация бұмейді, ол нәтижеге әм чықмейді. Қатты пүл беріп көлмесіз, сізге хар хафта сазуынлаға кемейді ойын соң. Қатты пүл бермесіз сізге. Шүнге 5000 доллар төледен барышым шарт дейді.
Shunda siz natijaga olib chiqa olasiz. No, sizni yagona eng katta muammoingiz, eng katta to'g'rilash shart bo'lgan narsa stranitsani o'zbek tiliga ko'chirish kerak. O'zbek tiliga. Bu siz hech qachon o'sib bo'lmaydi. Там ботанический садларда опа юрады, профессиональный фотосессия қылады. Бүгінгі өмір сізге 10-дан 10. Рахмет. 5-дан 5. Зубки, все яхшы, хамы йоқ зор. Енді российский оқымаған экспертиз қалмаған. Шаха. Но лекіген адамды еш кім түшіге кірмейді, что сіз барсыз. Әгер де сіз страницаны өзбек тіліге өзгертіріп, өзіңізді пиар стратегиясы өзбек тіліге қоймасаңыз. То есть неважно, правильно я говорю, неправильно говорю, но все равно нужно говорить. А где кем такие сатубусы, сатукерибусы, кем такие рвожданыш, популярный скирус? А где популярный был амасис, сис озмахсуратлари за кымматки сатамисис? Популярный стем, кымматки сатушем, машхурлигем, кымматки саталиш, сатуиско болишем, сис инсанларги нема учун коучинг керек, коучинг нема дегене, коучинг аркали нема ларги ерешсе болади, кимларда яна коучлари бар. Hozirgi zamonda kimlar har bitta o'zini hurmat qilgan biznesmenda coaching bor va psixologi ham bor, psixogenetika ham bor. Chunki buni tozalab turish kerak mana buni. Depressiyaga tushmaslik uchun, katta maqsad qo'yishdan qo'rqmaslik uchun. A sizni kerakligingizni, sizni borligingizni hech kim bilmaydi. Mana hozir storieslarni juda katta xatolar bilan yozaman. Mana mamni intervyularni million xil xatolar qilaman. Это норма. Но mana kerakli auditoriya kelib eshitadi. Hozir siz rus tilida olib borasiz, bittik odam sizni o'qib chiqadi, keyin o'zbek tilida bong'illatib sotadi. Agarda i любой нишага, любой бизнеске номер 1 bo'lish niyatida kirish kerak. Продюсер вы не бір-ма-бір ішлігенсіз, експертті миясын еугенсіз, експертті продуктыны докручивать қыгенсіз, експертке сіз сотуыны доғырлы бергенсіз, експертке прогрессный мәлігін чүр, експертке сіз инфобизнесіні мәлігіге қанақы харакат қылыш керейлігіні югіріп-югіріп түшінтіргенсіз. Бұл сізі ең көтті багажыз коучті, сізі кейсләдіз бар. А бұны кем омы ештеді, агер ұлы түшінмеген тілді кәпірадыған бұл сіз? Өзбейміз, өзбей тілін түшінамыз, өзбей тілді кәпірамыз, өзбей тілді рейлсілі аламыз, өзбей блогерлері білен бірге коллаборация қыламыз. Маған 2 елді выстрелін өтіқігенім, қар бітті запускымы, өзбей бір орты блогер білен донорский запускығымы. Да, я помню это. Маған қар ой бір орты блогерден, өзбей блогерден рекламны интеграция сатып аламы. Сізден құдышын? То есть арнеем болады? топ-топ экспертлер білен ішілігенсіз. Яны сізді connection яқшы инсанлар бұл. Да, networking өте қарашы. Networkingіз бар, сізді қолап қатылыген инсанлар бұл. Сізді яғана минусыз өзбек тілді алып бармасылығыз. Икінші минус, мұш біз сені өзізді коуч деп танытышке, сатышке ұялышыз мүмкін болшы мүмкін. Я только на пути. То есть только я начала. Все только на пути. Все только на пути. Да. Агар да болдым коуч, чунки сіз коучлик қылышке уже бүкінгі жам оқымаген психологыз ішім қамаген уж. Көпчілі ойлады, маған халі таяр емасман дейді, ният келдім, болы сіз уж таярсыз. Коуч деп нам қойшыз кере, қайсы блогерлерден реклама сатуалы стратегиясына көршіз кере, кегінгі рилсіла фақат өзбетілді болыш кере. Как-то так. И маған хазыр ән дөргенім, болы сіз коучсіз. Сіз асасын білбегенсіз ұшы? Да, асас бар. Асас ұшы бар. Ниет, хамасы бар. Кейсләйен бар. То есть, в принципе, то, что я работал в продюсировании, это можно все интегрировать и в коучинг, правильно? Можно, обязательно. Чунки сіз у эксперта нольна алып чықардыз. Это прям инсайт, знаешь, для меня. Очень классную фразу ты сказала. Уля кейс побирали, дебей мора. Чунки сіз сүнге өргеткенсіз, давай мамынге чықамыз, фазмамыз, запускыламыз. Чунки сіз уляге жүде қатты эмоциональный подпитка ем бергенсіз, мақсатки еріш чүт харбет дейолыны көрсат бергенсіз. О, сол хасты номер 1 болыш ниет болсы, өзбей тіліде алып барыш керек блогыны, ба өзбей тіліде өзбей блогерлерден реклама сату алыш керек, реклама интеграция. Ва ма енді өрген бап, ма енді сілігі өргетамыз, ма өші инсанман деп қабыл қылыш керек, өзінің позиционирасының үшінің қылыш керек. Да, ну это, в принципе, все то же самое, что я и обучаю, да, своих экспертов. Да, да, да. Но, агарды, бұниям әртегі запускларызге оқшап, азгенче қылып, йоқ, манекемес екен, видеоларге оқшап,
ташлаб кетиш керак эмас. Йо, видеодан ташлаган йок. У как уже ос ос холида кетватты, да? Понимаешь? То есть это уже направление тузылган, нольдан тузылган, да, партнёрство, да. Ну уже кетватты, то есть ос йоналишин топилган. Я там участвую, там где нужно. То есть моя стопроцентная вовлечённость там уже не обязательно. То есть автоматизировано всё. Понимаешь? А тут ты всё равно уйдёшь? Нет, не коучинг, уйду. Коучинг уже свой там китас? Нет. Айолар, ты уже тут бизнес кетчик, и шо мэш хачек? Нет, по кетчик это нет, йог, потому что это всё-таки про творчество. Как творчество на мобиле? Идёт. Да, вот. Идёт хорошо хады. Мысалы, чем коучинг ям, как идёт сфат да карима, да? Чем вас мы? Кетта пультап мисс. Качан ки идёт сфат да, хобби сфат да, зерикянам дан, ортогам блан, босы, у ёрда пуль йог. Я хочу заработать деньги, дешкере. Да, чунде кетта пуль келад. Болды, білімлерім іштетіп көрдім де, болды де, сауап де, бітес кепті, неч пуль топас, 10 мин, ма қалас. Ман хайр еге ішлейма. Хабасыны ма? Анды көй, да, хабасы, дека. Хайр еге, біз 100% хайр еге ішлемейміз, хобби үчінем ішлемейміз, зеріккенден ішлемейміз. Пассивны қачанлардыр кептураден үші біздегі бір ойдан кеген, нормальный результат келіш кере. Ошанақы настрой болса, пуль яқшы келеді. Это желание, да, такое? Намерение, желание, цель, да. Не знаю, как это называется. Цель. Заработать. Да. Чунки, одам, манде, мысалим, даже курсларым, дем, 300 келеш керек, кейін бұл 3-ші пул келеш керек, бұны Дубайге чықасшым керек, бұны қылышым керек. У меня просто математика, калькуляция. Ну, ты уже декомпозицию сделала полностью, да. Поэтому. Но все равно, ма, озым, мысалим, Growth Academy-дан 2000 дарамат кесе, мен мин қылып, шахидам білен болышсе, бұяда бетін инсандан бір сақат консультация берсе, мен келад. Growth Academy-дан қалдым мы, юзым мы сақылап қалышу? Йоқ. Осы маза қылып жатсам, мен бітті бір сағатлы консультацияны мен де ортап қолымын. Но, Growth Academy-ді мақсулияты бойнымға түшеді. Бай, барып ішілмей аман, қодымларға мотивация бермей аман, клиентлерін күтмей аман. Обязательство бар, дейді? Обязательство бойнымға түшеді, оғырлашады. Мен өзім яқшы қысқымаймын, консультацияларымға бақтымам болмайды. Ауяды маңға бір ой, пақат қылып, ертетін кеч-кечамшысам, $1000 зорға түшеді. А өзім тәжірибем білен консультация берсам, мен де олар бір сақаты тапыма. Ал консультацияны зор берішім үшін, ма өзім яқшы қыз қылышым керек. Growth Academy-ді, вай, өзім бизнесім, юзім үшін ап қалама, қарындашларым үшін, елге 60 мін доллар тікіп қойғаным үшін емес. У мәңге қазір пұл келтіріп атты ма, у мәңге қазір зауқ ап кеп атты ма, хұрмат ап кеп атты ма, елге өзім яқшы қыз қалмам, жоқ. Демей, ма оннан ваз кечемін. Agar Growth Academy-dan men voz kechmasam, hozirgi konsultatsiyalarimga kerakli energiyani bera olmayman, razborlarimga motivatsiya ham bo'lmaydi, charchagan bo'lib kelaman. То есть тут вопрос о совмещении. Совмещать qilish, 2-3 ishni совмещать qilish это мы har doim aytaman, bitta yaxshi oylik daromad keltirayotgan edi твой муж или жена, а bu kichkina mayli turib tursin desa, u любовница. Shunaqa-da. А у них инсонлары на ойласыны бақыт бар, на наряды бақыт бар, дей? Бізді қазірлекен нишаны көрамызды, коучинг бізаны ке болса, коучингді қалдырышымызды керек, яқшы дарымызды керек болса, и ошаны продакшындарын вас кетіш керек, қоғандырым, бітті йоналыш үші ойлыш керек. Агар кетті йоналышты тен ап кетемен десе, манды бизнес ұрғаш бұран Growth Academy-ді тен ап кеткемен, келесе минус күчіреді. Ман хазыр коучингді сынап көріп, өз продакшының барлығыды керері рилсіләні овалып, шақси брендім ұрважландырып 5-6-ті қымат клиентілі овалып, и продакшыннан өз кетіш керек. Ну, это как, знаешь, это такой детеныш, который ты, ну, возродила, бизнес, да, детеныш. Понимаешь? Бизнес мы строим, чтобы перепродать. Бизнес мы делаем, чтобы делать деньги. Деньги. Как? Қачан кей мехір беріп бала дей қарасыз, ол бизнес пүл келтірмесе ем, өрттегі пүл келтірады, ендіңге келтірады де, біз оны бала дей бақымыз. Бизнеске бала дей қарасыз, бала дей сізге қатты бұсы пүл ап келеді, қачанлардыр пүл ап келеді де, бұшы бизнеске пүл түке бұдырас. Бұдды оғылызге фәлзәндізге месіз тіқігенде. Из-за этого мен қачан өзім коучингларым, консультацияларым қатты дарамада келішті башылығанда, бизнес рывожи, мен өзім рывожанышымға ордан бір, шөші қолдырғанмын. Но Growth Academy-дан есқызан нет. Чүнкі ол мен беріп өткен энергия, мен беріп өткен білім, мотивация, клиентлер білен ішлешке ойге мен де ол топыш, әті іздевательство мен үшін деп, ек деп беріп өргенмін.
Керемазды. И тогда у меня рост пошел в эту сферу. То есть тебе пришлось от чего-то отказаться для того, чтобы пойти в рост? По-любому. Бубы сам, эртелап, обидки чем, битты бизнес, да, биттен кем, битты бизнес, да, бубы сам, ма узумы шахси хайотым, я окатланшим, спортым, фитнесом, ну, вахт битмед. Ну, там я пока все наладила, понимаешь, в том-то и дело, что есть некая система. Хайси бизнес ты наладил, узумы узумы еплап китады, бурбур, хар битты бизнес, енгири лаклышкири, пиар кылышкири, реклама сатуалышкири, хич хайси бизнес налаженный боль бюрмид. Это один из, даже арендная плата. Арендаға бір арты үйіз беріп көсіз, хар ой 6 мин, 7 мин еғі бірес. Онда ем қачонларды ремонтыны қыберішіз кере. Онда ем қачонларды адамын шығып кетеді, оның еңгісі тоғырлы берішіз кере. Нету бизнесі, қойып қояз, өзі бұл тоғы болып, онында инвестор болышыз кере. Нету бизнесі, қойып көсіз, системы кесіп көсіз, налажыны ке, йоқ, ұшы бизнес қачонларды кәсот көчіреді. Чүнкі бизнесі егесі... Бизнесді егесіні дарды қана қылып, өз мақсулатымы, сервисімі, компаниям яқшылесам болады деген ойбілан ұйғарады қар көні. Ма қар көні мәселем, үшін ойбілан ұйғарады қана қылып, өз мақсулат ва сервисімі яқшылесам болады. Өші ғроты кезімен, өнам өзі пұлап кеватты деп қойген ма, лекеген 2-3 айдан кеген сатуғы шаран бәді ерге түшкен. Чүнкі білесіз, маркетинг ва сатулар бізді түр ойқыген қаракетімізі қазір мевасынеймізі. Қазір маркетинг ва... Ну, то есть, ты работаешь на перспективу, на будущее. Словно. Маркетинг, реклама, стратегия, нәтижесі тур айдан кем білінады. Сразу көрінмейді. Да. Ну, фактически. И хар дайым битті жойды этибар болса, оша нәрсі зор важланады. Это вот, когда мен утарафтан хамы налаженный болса, я? Утарафтан 100% налаженный болса, я? Бармай аман, қамай аман, нама болып деген ответственность бойыңыз егіп қояды. Мағзақ қалып үрамыз. А деньги приходят на состояние. Да. Согласна. Абсолютно. Деньги приходят на состояние. Қанчы өзіз айбдар, қымайекен, ішлімайекен, қысқыген сәрі көркемейді. По сути, мы в коучинге по поводу этого и работаем, то есть, да, для того, чтобы, да, да. Да, да. Ты точно прямо сейчас подметила. А сіз қоз коучингден, өз, а, коучтың бүтін энергетикасы өтәді өкучілігі? Ама қазір энергетикіз ұяды, мәне қады видео продакшында қоп кетсі, коучты 100% ярдан бер алмайсыз, үйкімсіз болады. А сіз коучке барышызды әвәл медитацияларызды, ванналар қылып, успокоение қылып, өзі зор сұлып кеген барысыз, ұй инсанге тұрлы қонлы наполненді болып барасы коучында. Шүнге сізді башқы бизнесләріз қинап қояды. Энергия алып қояды, вақшы? Энергия алып қояды. Энергиясы пас коуч кешкен бармайды. Энергиясы мамнықы юрген ұстазге хамы талпынан. Ну да. Согласен. А сіз керек-керемес ішләріз энергиясы пас көчір олады. Я бы так сказала. Да. Өзбек тілді ұжы бұрынчы клиентләріз, өзбек тілді. А ты как хочешь продать свой коуч? У нас коучинг. Вообще это как в пакете продается. То есть мы не проводим одна консультация, это, ну, мы не называем это консультацией, это сессии, да? Битта как диагностика сессия болады, у нас кейн как пакет уже сотыляды, да? То есть битта ма битта сотылмейді. Диагностика аркылы сотасыз? Да, да, диагностика аркылы. Диагностиканы халы чүтір бердім, ештімалезмі? Диагностиканы чүтір еккенімді, муниципеге жоқ ма дейсің ба? Жоқ едім, по-моему. Диагностиканы интервью қылген халды, муаммайым бар екен, мамнық арқалы тоғырласын болады, ва ма сәңге ордан берем әліп сатылады, тоғырым? Да, қанақы механизм, қанақы инструментлі ішілетіледі, ген ел әліші көрсетіледі, о клиент уже өзі тәлейді, стоит ему идти туда или нет. Қазыман, продакшн еопштан аввал, өзбек тіліде, Ман Камил Абдурахман, коучман, коучингді сіз мамнықы-мамнықы нәрсен өргенәсіз, әгер қызық болса, өз рақамызы қалдырынды, диагностика арқалы, өзім қоқлеген нақты сатып көрген болардым, өй инсанлымда ішіліп көрген болар едім. И потом анақаны продакшерім еліп бейбарген болардым. Йо, продакшер еліп шыният ел, ұмыман. Ну, әгер де коучингден яқшы пұл келішті башылесе, сіз бар бөйті епес? Ну, я же там в партнерстве работаю. Понимаешь? То есть... Нет. Тогда не выйдешь замуж. Откуда такие суждения? И кто бизнес? Мне ойлясы, я шкетки, она мне оскорбим. Особенно мы с тобой с нуля начнем. Нольна башлисыз, да? Бар ойлесы, бар түрмиш ортағызы, ургетыш, секи-секи, это другое. А еңгі, икті бизнес, икті фардан білен, он скажет, там остайсы, дейді.
Чинки турмушка чкшурам сиз наполненный больше скерег, он я брал нас больше скерег. Тора. Хоть современный мужик лишь на какую? А че? Умный лар, я крашаю. Умный лар, хар дав приоритет. Умный сиз, коуч сиз, бомба. Махсат ларом гирешки ордан бирад. Вау, коучи кенди. Да сиз ге прилипнут, когда мужчина узнает, что ты коуч, тебе прилипнут, 100%. Ага. Ман, таргет кешна кадать. Ман таргет ке, ман коуч, ман сиз ге махсат лар идитез ге ярчки ордан бирад. Ген эксперт ман, шу инсан лар доку ген ман, шу инсан лар ишле ген ман. Деп таргет ке шу нюкыз сотадыген рил стайор леген болар едим узбек тилиде. Улардан диагностиканы кылып, бірінші сатуларым кып көрген болар едим. Потому что сиз унга уже тайёрсиз. Ман сизни билиман, нечто психолог, нечто курс, нечто нимада оқиганингиз, и нечто эксперт билан ишлаганингиз. Хозир сизни тўхтатиб турадиган 3-та фактор тилда. Неопределенность, вы узизи, юсфойс, коуч, тамам агент с халем. Хоз, азгинч околи, азгинч вам на коле, азгинч вам на коле, и какой-то продакшн у тебя. Продакшн из шу, ой, я пиндемим, продакшн из лептурсен, с гиппуркельтертурсен, но кегем пулли коучинг из арфлеп, а коучинг из дакачан ваш ланиш болады, с изда уже бренч сатуле болишкере. Бренч шке даромали из кеген реклама, ге таргет гиппульс арфлешискере. И шахси бренд из гем. Xullas, o'zbek tilida gapirish kerak. 100% o'zbek tiliga o'tish kerak. Agarda shu rinokda tengda qolib ketmoqchi bo'lsangiz, faqat 2-3 ta odamlar tanishini xohlasangiz, rus tilida gapiravering, qimmat-qimmat reelslaringiz vaqtingizni ketkazib olavering. No, coachingda O'zbekistonda top ekspert bo'laman, eng qimmat coaching sessiyalarman deb bo'ladi desangiz, siz o'zbek tilida gapirmasangiz bo'lmaydi. Это никак. Никак. Ана кошел хой вас или только Ника, блясма Джонни или кошел. Ника, хой вас или абсолютно Ника. Никак. И узбекильные органы, узбекильные кинологи блясшим. Инстаграм да говорящий голова даем, факт узбекильные сатси зоркета. Чуки Инстаграм бизде хазир буяк кучу кетте сату богем болар еде, агар да сиз Амма хар куни кўради, хар куни ўтақли гаплаёзасиз, ман ўқиб маза қиламан, потому что я понимаю русский, но я у тебя ничего не покупаю. Есть те, которые это не покупают, не понимают, но сиз ўзбек тилида тушунтиришингиз керак. Хозирги қиватган рилслар бомба, хозирги қиватган сторислар бомба, сиз рилс олишни биласиз, сотадиган сторис олишни биласиз. Ягона нарса, сиз ўзбек тилида ўтишдан қўрқяпсиз. Ўзингизга, во-первых, неудобный комфорт зонингиздан чиқиш учун қўрқяпсиз, во-вторых, одамларнинг гапидан ҳам қўрқасиз. Йўқ, одамларнинг гапидан умуман қўрқмайман, но единственное вот этот барьер языковой. То есть я, например, хочу выразить свою мысль, да, а не знаю, как это будет на узбекском, понимаешь? Вот в чём дело. Шунисы бар. Толиқони фикрини излагать қилмаслик-да. Ифода эта алмаслик. Шунақа. Мен ҳам рус синфида ўқиган, мен ҳам ўзбек тилида, но 2 йил давомида мен ифода эта алмаслик, баён эта алмаслик, фикрини жамламаслик. Жамламаслик менда ҳам муаммо. Кимки сотув керак бўлса, потому что очень жалко будет шунча курсларда ўқиб, шунча билимга эга бўлиб, агарда сиз яна тенгда қолиб кетадиган бўлса, это будет очень жалко. Очень жалко. Выхожу. Я же, знаешь, как, ну вот ты знаешь, что такое продюсирование? Это как серые кардиналы и стоят за кулисами. Хозер халк продюсирует, халк талин, давай со станами. Ну, в узких кругах знаю. В узких кругах чьи-то не знаю. Понимаешь? Да. В узких кругах я не понимаю. Я понимаю, но мансис... Али мабек, ну, танелшим, да, а вот эски с мумнером танегенсис. Сизол диздоустом. Качанки блогом, рустули, да, узбитили геогенным, да, кигеустом. Да. Узбек тилига олмаганимда, ман 10-та, 20-та бўлиб танилиб ўтирган бўлардим. Чиндим. Ман фақат шу ерда кўрибман-да, фақат шу ерда кўрибман. Коучингда. Агарда йўқ, ман русская аудитория, платежеспособная аудитория билан ишлайман десангиз, сиз топ русскоговорящий экспертлар билан коллаборатсия қилишингиз керак. Ҳозир Ўзбекистонда рус тилида Прохорова бор, психолог. Она коуч или кто? Она, по-моему, знаешь, это вообще невролог, доктор медицинских. Доктор невролг, но она больше позиционирует склодозом. Угу. Вот, не знала, кажется. Я знаю ее как невролога. Прохорова бар, Нора Узхозер, узаны шахси брендерны рвожландрепты, и Рот Утарова бар. И больше с кем-то армима? Рустеры деге, да? Рустеры деге, коуч, психолог, ментор, эксперт. Но мало на рынке. Очень мало. Он фаз ученый холос, да? И қалган тушунганлар ҳам российский экспертларга боришади. Рус тилини тушунганлиги учун.
Bu varonkamiz o'zbek tiliga o'girmasak, ko'p sotuv qila olmaymiz, ili qimmat sotuv ham qila olmaymiz. Tan olishimiz kerak, varonkani to'g'irlashimiz kerak. Да. Но ведь это еще вопрос о доверии, да? Когда, например, я бы тоже не пошла к человеку, который не очень хорошо говорит на своем языке, понимаешь? Тут, когда я твердо говорю... Блема, одам хоть качан сіздан битті рекламы зорқали сатуа мейді. Да. Хозыр сіздан кім сатуа лады? Сіз 2 илден бері кузаты бюрген қыз болады. О, наоборот, рус тілінің чүнады, өзбек тілді гапырамедген қыз болады. Сіз өзбек тілді гапырамедген езі көрсіз, шу қыз росы ақырлегеді, олдың рус тілді гапырсам, у гапырлашышке ұялады, енді өзбек тілді гапырады, енді бораман дейді. Шу қыз сізден сатып олады. Потенциал. Потенциал. А кегенгелер, қачан сатып олшады, сіз бір ел қата, ікке ой қата білен гапырас, үшінші ой яқшығы, кеген бір ел зор гапырген езден кеген, еңгі клиентлер сізден сатып олшады. Hozirdan bo'ladi sotuvingiz. Hozirgi kungacha menga o'xshagan masalan, rus tilini ham o'zbek tilini ham biladiganlar, lekin ba'zilari rus tilini tushunishadi, o'zbek tilida gapira olmaydi, uyalishadi. O'zbek tili deb o'tgandan keyin, "Vau, bo'ldi, shu qizni sotib olaman" dedi. Tushundim. Shu. Спасибо. Stil надо менять. В смысле? Stil нужно менять. Почему? Очень красивый Джесси Кутюр, Бёрбери, Картье, хамы зор брендлер, но очки. Но они мне нравятся. Очки и шарф. Я бы брала жакет, чунки хамы көрініш саталады, да? А сізді такой замкнутый ученый бар, недоступность бар. То есть не позволение, что ко мне нельзя подойти? Сізге олдизге барып, гапырыш қиын. Осуждать қылышыз мүмкін, чунки очки слишком ученый. Осуждение больше, и имам бы шарф латашев организм образец саль котеланеке. И недоступность бар. То есть хочешь сказать не по возрасту? Не по возрасту, старше выглядишь. Хиджаб лилеком, хиджаб из бреда бамаз, очки из блян шарф из. Очки из блян шарф из, сізі недоступны аристократка, йокиде адамларны мухакебен қаладыган хоз барса, мана отши циклетыган нәрсе бар. Наоборот, именно вот в коучинге мы учимся не оценивать. То есть принимать человека таковым, каков он есть. Но он же придет к тебе до коучинга. Сохранять вот этот вот нейтралитет. Но это же придет же до коучинга тебе. Чунки адамлар хаманы по одежке встречают, да? По одежке встречают, масалам, слишком торкинин, да мяма, можно, но шарф и очки – признак старения. Но это твое видение. Это 90% людей так знают. Бізая борганна, ман, мәселем, ма олдын худ дүшінаған, ман, я не хочу никого тут обижать, ман халқыра мактепті құгенма, халқыра мактепті кейін жынсыйлі білен, сол чез яясыз, жүді кейін худилер кейбіреміз, манда унарсы йоқады. Хозыра, мәселем, худилерімі кейбірем, ман патриопыны, легинсыйлерім кейсем, зор қысқылама өзім. Лекеген, манге бірінші орынды, московский курсым сотығанды бар стилистке бар, деді. Ман оқытушы, стилистке, да, етті. Ман түрбәлім амын, ман немеге стилистке барышым керек десем, сән роза яшын көтті көрін бәтті, деді. Ман түрбәлім алыштан әвәл стилист білән ішілеген ма, но сатуымге стилистым білән ішілегенім ярдан берген. Но бәзгі бір стиллер сіздан өз адамларды итерәді. Етті не хиджаб, етті очки и шарф. И если вы уже эксперт дептаносис, уже костюм кишти башлис. То есть ты хочешь сказать, когда ты поменяла свой стиль, у тебя продажи выросли? Да. Соотношение такое. А если мы уже мы кимим где пультики, сарам, бы я нас отул машу, где-то два раза кирда кимим где. Йо, уже мы крымим где, сатулим где. Мы уже мы стилистом где, кимим где пультики, сарам, даром это можно. Это очень взаимосвязано, очень. Надо же. И бізді көпіра ачки таққанлар, мәні сенім таққады, өзімам таққан, өзімам қазір күнді стилімге таққаман базды. Но өші коуч еткен бойынша, ачки таққан инсанлар бүтін дүнияны инсанлар мәні көзім білен көріш керек. Олар на тоғыр еші, өтті мән тоғыр ешеймен деген ойды ешешеді, шүнкі ачки білен линзадан вас кечкен деген. А, то есть люди подсознательно считывают такую информацию, ты хочешь сказать? Да. Ачки таққан инсанлар, хама бұ дүнияны мәні көзім білен, мәні аправам білен көрішім керек дейдіген. Это кто тебе такую мысль сказал? Петя? Фигня, да? Понятно. Не, но попробуй.
ikkita reels olib ko'ring, shu stil deb bitta reels oling, и очки bilan sharfsiz bitta reels oling, kostyumda ko'rasiz farqini. Вот мы сделаем, а вот это сделаем. Худу шу стильда оласыз, рилс узбек тилида, и очкисыз, шарфсыз, костюмда оласыз. Шарф дегенде бу шарф дейтон ма, хачок дейтмейма. Да, да. Очки, ман бур-бури шарфда оласыз дей, рилс оласыз костюмда. Фарқини кўрасиз, одамлар. Одам, айниқса инстаграмда, одамлар ҳама жойда бор биринчи кийимга қарашади. Ман ўзим ўқувчиларимга бор чиройли кийинибки, укладка қилиб кет, чиройлироқ кийинибки дейман. Оддий халатда келса, сиз маркетолог бўла олмайсиз дейман-да. Келади, ўзби ҳатто понятно, что внешность она продаёт. Очень, очень продаёт, особенно у экспертов. Шунақа ўрганилган, агарда ўша инсоннинг кийими ёқса, биз у инсонни сотиб олиш эҳтимолимиз жуда ҳам баланд бўлади. Но ko'rinishingiz zo'r, Burberry, Burberry там print очень элегантно, богато, дорого, богато, но какой-то недопускаемость бор, барьер бор. Не подпускают. Не подпускают. Не, всех не подпускают я нарса. Хамем, кем здесь, наверное, знаешь еще. Я мам, бранчи, бранчи. Спасибо, что подсветила, да. Потому что это же ты знаешь, люди зеркала друг друга, да. Это возможно еще в мышлении есть какой-то такой вот крючок, да, над чем еще нужно поработать. Да. Манда бранч ким да, хоть ким раз мы чуть, манда и кинч ким да, манда торта с торта там раз мы чуть. Чу ким из раз мы чуть манда. Бранч ким, вчера или ты видела синий, у меня красивая юбка была. Костюм это был, да? Красивый это бранчеса. Костюмом бар да кинч ким, хоть ким торта бар и кинч кулик все. Мам ты бесит с мамой раз мы чуть. Я тогда, не знаю, ким, а я вообще аллергия и любой инсан. Ханчали котта хамятиге. Любой эксперт, бірінші орында, любой менеджер, любой бизнес егесі, это худ психологке, худ коучке барыш, шарфде стилистке барыш керек. Стилистке именно... Я сам себе хана... стилист. А? Я сам себе стилист. Это супер, это классно. Мені дедіз яқат, Камила, мені хартам дедіз яқат, кеген зор. Мам, ешкен минус обема, но если ты хочешь быть коучем... То есть стоит попробовать по-другому. Да. То есть ты об этом если ты хочешь, да, продавать коучинг свой, лучше по-другому попробовать. Еще по-другому можно попробовать. Почему бы и нет? Костюм киешь, он сам, очки дал, то костюм набрать, рил солишь. Надо попробовать. Надо попробовать, да. Классно пойдет. Потестим. У тебя это... И хлоп, кури, очки бля шарф, очки бля шарф сезам. Да. Сюда бранч у ердеге нарса... И потом посмотреть опять, почему не доводим охрыгич и шлян охрыгич, как им это. Например, буны келеджеге зор болишь лиг учен, коучингам тез джонис гитейп хомас лиг учен, бөрі нема муамма бар, эски паттернлен корыш керек. Это у всех есть, да? Мана мысля маркетинг охрыгич олып бармады. Мана озымге яраша охрыгич и шлян обармас лиг, анакан паттернлен бар. Чтобы коучинг сізді керегіне білгені, сізге энергия бергені, во-первых, қымат разады шыз керек, берген энергиізге яраша ответ болыш керек. Да. Оның үшін сіз уже қазырдан сатуларыз қылыш шыз керек, бірінші коучинг сессияларыз саты шыз керек. Озбетіліде жылайды. Озбетіліде, озбетіліде. Рилсларыз коучинг өзі немі дегені. Коучингді кімлер ішетеді? Джефф Безосты коучинге барген бі? Барген. Нема үшін, коучинг білен ва коучингсіз. Инсонлар муаммоли точкаларга қўриб, сіз хоз ўсишдан тўхтаб қолдингизми? Олдингизга катта мақсадлар қўйиб қўйгансиз, лекин стрессдамисиз? Там простой маркетинг. Там простой маркетинг. Чунки инсон бу одамларга алдаб сотишмас, ёкида банальный маркетинг эмас. Бу инсонлар мактабга бориш керак, болларни овқатини қилиб бериш керак, ишлаш керак, оила тарқатиш керак. Ҳар битта инсонни хаёлига келмайди, шу коучинг кераклигин. А сіз рилсларыңыз қашан сізге коучингіңіз жақсы сата алесіз? Проблемні оғырқылы нүкталарыға башыда ұрғу беріп, рилс алсаңыз, сізден айнан сізге кеттегішілі адам сатып алады. Манда да 5 бармак деген ресторанды, асасшысы курсымы сатып алады. Курстан чықып келдіңізді, таргеттен дейді. Дарамадыңызді 3 барабар ашырмақшы ма сіздеп чықып келдіңіз? Маң ха дедім, кеген сізді курсызге азылдым деді. Хар бетті инсан ұшы таргеттегі видеоларым кәпірады. Таргеттен чықып кеуірдіз, чықып кеуірдіз кеген мән сіз сату алдым дейді. А бәзге бізге ұқшыған, көп ұқыған, маркетингді түшінген, продажаны түшінген, это очень банально дейміз. Хама білады, зерекерлі, хамаге ұқшамеймен, хуну болады, өзім-өзім саткен дей боламан, орғылы нұқталарға етібарын бермеймен дейді, мен полезнес беремен дейді. Вот полезны берсем, қачонладыр мәнге қайтып келеді дейді. Это тоже хорошо, но бірінші продажа керек көпсеге.
мотивация бор пайтыды кәтті продажи қыласыз, ұшы сұрқады ұзара вақты қаласыз. Будем пробовать. Давай. Есть вопрос? Нет, очень даже. Бұрай ішіде хотя бы 10-ті өзбек тілі дәрілс, хотя бы 5 кішіге коучинге сатген болышыз керек, ва рилслермен эксперимент қылышыз керек. Бұрар ті блогер білен коллаборация, кәмі де 10-ті өзбек тілі дәрілс, сахифез өзбек тілі де болыш керек, ва хотя бы 3-ті коуч сессиз бір ой давамыны сатген болышыз керек. Шында сіз бұл сақады ұзара қалыз. Шо, өзін тілін үстіде ішләшке, ұрғу көпіра берішім кереді бөйлемен дейді. Да, оны алсаған тіл үстіде қанда ұрғу бересіз, сторислерін өзбек тілді алып барасыз, ғаварешчик алаба. Қызлы, мұнамынақы. Ма фақат шынақты бөлгенге ма? Да. Да. И стористі бәлән кепіріш керек. Ким стористі бәлән кепірсе, өші инсан сату бәлән болекен болады. Стористі пас кепірсе, сату пас болады. Гарантия. Я уже знаю, интересно. Какой блогер сколько зарабатывает. Бақыр еткен бұлса, ох, сату бәлен болып еткен деймін. Хааа, еткен бұлса, сату үшіп келіп деймін. Қанчы аны қыраван кәпір еткен бұлса, одамды түшін ішеді, сату ал ішеді. Асекен кәпір еткен бұлса, түшін асыз кәпір еткен бұлса, ешкім түшінмейді, оны ақшылым сату алмайын. Надо же. Да. Уже бәлен кәпірген инсан, уже сату зор болып еткен бұл. Кетім оны ішеткен. Сразу болсын бұл. Рахмай. Кайф, с любовью. Да. От души. Было кайфово. Слаги охтам. Сызы кор просто я курсам вольным. Уж не читам бере дружить с халямыз, разбирать с халяш, башка же болятке. Уже другая зона, да? Другая, да, по-другому, можно сказать, подсветить. Но я кайфанула, рахмат. Спасибо большое. Савали. Кем моя дорогая? Я тебе. Давай. Все хорошо. Увидимся. Да, все.